Так, вот оно. Оно такое желтенькое. Сейчас включаю воду, потому что наносить надо на влажную кожу. Я сейчас теплую водичку включаю. Смочу личико аккуратненько. Так, вот так убирается чуть-чуть. Чтобы вам видно было хорошо. Теперь смотрите. Чуть-чуть выдавливаю. Одного клика, в принципе, достаточно. И сначала это просто маслица. Но как только я начинаю, нам ручки, видите, оно превращается уже в такую вот очень приятную консистенцию. Вот уже, видите, как пенка такая на лице. И макияж вообще классно очень. Тоже все очень плавно, аккуратно, по массажным линиям, чтобы лишних себе морщинок не делать. И вот сейчас кожа вообще клево. На руках даже смываю. И очень все приятно. Делить, смываем. И теперь уже беру гель-тоник свой. Это уже именно для очищения кожи. То есть сначала мы сняли макияж. Здесь бывает или руками, или вот есть у меня еще такой вот желтенький спонжик. То есть им еще лучше кожа очищается. Его промоем. И, собственно говоря, вот и все. Сейчас мы смываемся. Все. Все, кожа чистая. Теперь будем уход делать.